Ну что ж, всем привет, с вами Винт, мы продолжаем проходить Prototype. В прошлой серии мы, кажется, даже начинали с этого места. Он как будто загружается одного и того же. Но у нас немножко поменялось, у нас уже количество зараженных перегибает огромное количество. Поэтому... Что такое? Ух ты, 29 тысяч, 31... Воплощение зараженных 86 тысяч. Суммы такие уже прям нереальные. У нас 266 максимальная как это, шипы, когти мы прокачать не можем, не суть. Броню мы приобрели просто так, термо тоже вкачали. Так, навык хлыст. На самом деле я бы вкачал хлыст, потому что мне он нужен для атаки вертолетов элементарно. Какую-нибудь пассивочку. Так, это как делается? Две кнопки мыши. Угу. Ну и все. С танками мы более-менее расправляемся, хотя... Хотя не суть. Потом кулаки прокачаем. Так, и у нас, соответственно, появился хлыст. Если что, лезвие мы тоже можем использовать. Так, забавно, он все равно делает так. Нет, он все равно делает так. А почему? Еще раз смотрим улучшение. Рука хлыст. А, сначала левый, потом правый. Ну, давайте. Ага, понятно. Класс. Ну, ладно. Мы, тем не менее, не будем... понятно. Все. С клавишами разобрались. Все вспомнили. Идем по сюжету. Вот это морда, я понимаю. И вообще забавно, что она выжила. Как это у такого существа имеется хоть какой-то отголосок разума? Ай! Не пропускаем повороты. Привет, чувак. Куда дальше-то? Налево, направо? Я вам говорил, спринт-то у нас прокачанный. Нифига себе. Так. Ну что, куда ты бежишь? Танк перепрыгиваем простенько. Я, конечно, вижу, там данные лежали под мостом, но ладно. Чувак, привет, я здесь. Let's go, let's go. Я здесь. Не боись. Никуда ты не пропадешь, я с ним вровень бегу. Даже иногда приходится спрашивать, куда он дальше побежит. О, вон, наконец-то дёру дал. На одном спринте догоняем его. Так, это что такое было? А я тут при чем? Кстати, место очень похоже на начало игры. Но это не оно. Клэр! Да ты здесь, я здесь, не парься даже. Блин. Все нормально.
Здрасте. Так, ну что, гоняться долго будем, нет? Вот от этого он уже сам должен был умереть. Не то, что я. Так, побежали. Так, если что, он уже здание обошел. Отставание. Нет никакого отставания, блин. Нифига себе, он там между зданиями уже прыгает. Давай, Алекс. Где она там? Привет. Давай сюда быстро забирайся. А то сейчас вертолет меня атаковать будет. Так, он бежит туда. Фиг с тобой. Мать моя женщина, чё ты творишь вообще? Вот нафига тебе это надо было, а? Зачем ты мою сестру упер, а? Козёл. Прям откровенно. Опа, он уже здесь. Ладно, фиг с тобой. Да блин, да лети, давай, лети. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, догоняй. Все, куда-то добрались. Куда он бежал, непонятно. Мы не так медленно бежали. Странно, что он не убил ее, пока бежал. Вообще мог. Так. Стоять. Опа, берем его. Да возьми ты его. Ты что, ты его не берешь-то? Ты козел, что ли? Ой, блин, впитать себя не может, козел, блин, собака. Я этого зарезал, но ему пофигу. Ну ладно, бывает. Или он впитывать не может с этим оружием? Вроде впитал. Нормально. Сейчас нормальное количество жизни. Ох-ох-ох-ох-ох. А вот этот какой-то здоровый. Угу, не успели. Нет, не этот. Мне нужен здоровый. Он там? Да, это он был. Где он? Он куда-то помотал, собака. Ну и куда ты? Он все еще таскает с собой сестру нашу, да? Что там от нее осталось? Мне просто интересно. В смысле, все провально? А, задание выполнено. Чего-то я не понял вообще этого задания. От слова совсем. Типа он ушел. I had no idea why Green took my sister. Revenge, bait for a trap. All I knew is I had to get her back. These infected are like animals. But there's something more. Like a hidden hand guiding them. The hive mind became my only chance. It was a clue to find Dana. I thought by consuming infected minds, I could follow the link, and that would lead me to the one that took her. But then I realized I had the means. I had Black Watch cornered. I had their cancer weapon. I could put a stop to this right at the source if I could just get close enough to Green. So I find Dana, kill Green, stop the madness. With a shot. Look at your handiwork now. Oh yeah, they're headless. An infected army without a leader. It's only a matter of time before they're wiped out. And if there are other leaders out there?
No. They're all dead. All dead. Except me. Потихонечку превращаемся в маньяка. Так, день 10 после заражения, 68% населения уже заражено. Так, что наша не основная задача, конечно, но так, у нас, кстати, нет ни одного ни одной базы, где можно было, так скажем, прокачать свои навыки. Соответственно, где мы находимся? Так, нам налево. Налево далеко. Найти танк. И уничтожить. Блин, какое здание-то большое. Выбрал еще здание, блин, посередине Манхэттена. Давай, долетим? Нет. Нет, не долетим. Чуть-чуть не хватило нам сил. Так, где-то там зараженное здание. Но мне все-таки хотелось сделать это через танк, потому что в рукопашную мы будем их фигачить очень долго. Я имею в виду улей. Нам же нужны все-таки очки умений. Правильно? О! А вот и подгончик для меня. Подгончик для меня. Где я? А, вот я наверху уже. Так, не-не-не, поворачивай голову сюда. И погнали. По переулочкам. Хотя надо было налево ехать. Ну ладно, не суть. Сейчас раздолбаем три базы. Быстренько найдем вертолет. Переберемся в другую часть города. И там уничтожим не база, а ульи. Блин. Въехали чуть-чуть. Ну не суть. Главное, нас не поранило. Чувак, по нам-то не стреляй. Так, и давай, падай. Падай уже, я тебе говорю. Нифига себе, это что за улей такой, который не убивается? Чё-то я какой-то старомодный походу стал. Почему он не убивается? Чё-то очень странно. Уже 20 патронов потратил. Что-то непорядок. Какой-то неправильный улья. Неправильный улей, да. Так, ладно, едем дальше тогда. Ну, как бы 30 патронов потратил, значит, забаговал что-то, еще что-то, я не знаю. Или они уже теперь требуют не танки, а вертолеты. Все, угомонились. Ой, беда. Так, куда нам ехать? Покажите мне, пожалуйста, всю карту. Мне вот интересно, какого фига они здесь катаются на машинах? Им вот совсем не страшно? Ха, они не разрушаются. От слова совсем. Танки им, видимо, ничего противопоставить не могут. Поэтому я как бы немножко в шоке. Так, немножко правее.
Так, вертолет. Ой, нет, подожди, стой. Там человек, которого надо убить. На такой территории все довольно-таки просто. Блин, сейчас мы перестанем быть военными, доктор. Потряси. Ой. Потряси. It's becoming something else. Так, ништяк. Но мне нужны военные. Хотя, фиг с ним, с военными. Мне нужен вертолет. Так, а вертолет что-то как-то высоко летает. И он улетел. Шикарно. Так, ладно, есть другой способ. Прыгай, ну прыгай, ну прыгай в сторонку куда-нибудь. Ну что ты какой? Вот прям обязательно надо весь урон впитать. Я вообще худею с него. Нормально так. Все, все гребли. Да, беда. Отпитывай скорее. Успел. Хорошо. Так, танк нам не нужен, он все равно здесь сделать ничего не может. Перевоплощаться нам тоже ни к чему. Да выкинь ты это. Так, машины тоже в него кидать бесполезно. Тогда я даже не знаю, что делать. Прямо от слова совсем. Нормально, так, все, остановились. Бежим отсюда. Блин, ну, ладно, побежали тогда по сюжету. Я уж не знаю, что еще делать. Вертолеты улетают. Ударная группа не прилетает. Бежим по сюжету тогда. Если не хотят нам дать прокачаться. Даже сам Маус. Давай, давай, беги. А вон на какие-то данные. Не знаю, на что они влияют. По-моему, ни на что. Тринадцать из 200. Ну, вы сами понимаете, что я собирать все, наверное, не буду. Так вот, если попадаются мне на глаза, тогда да, я подберу их. Но по большому счету, я считаю, что они не нужны. Все, возвращаемся. Нас прям надо было именно на дерево. Так, на базу мы не идем, она нам не нужна. О, вертолет есть. Пролетаем мимо, да, базы. А это база прям рядом с доктором. Ну давайте, что он нам скажет? I need to find the hunter that took Dana. This hunter you're looking for seems to be a variant of the species. It fulfills a leader role. The other hunters take cues from it. If you can find and consume a leader, it may give you indications where the focus of the virus is. My only concern right now is Dana.
monsters. I know the one that took Dana. If I can find him, then I can consume him. Then I can find her. Логично. Найдет его, найдет ее. Так, мимо базы пролетаем. Стараемся пролететь все-таки до конца. Как тут у вас? Тихо, мирно. Аж даже не верится. Так, куда мы пробежали? Наш демон любимый. Блин, не дали впитать этого здоровяка. Стой! Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим, у него удары слишком тяжелые. Быстро впитываем. Так, а где этот? Че вырвало? Ой, уходим, 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 уходим. Чувак, я хочу жить. Не поверишь? Но моя основная задача здесь выжить. Есть. Так, с ним шутки плохи вообще. Ой-ой-ой. Не-не-не, под удар его не подходим. Берем автомобиль. Да нет. Не этот. Так, ай, блин, нет, уходим. Где он вообще? Ну, давай, есть. Последний. Все, впитывать можем. Да что ты сделал? Ты как это сделал? Ой, беда. Как? Он вот не ударил меня, он просто влетел в меня. Это считается за удар? Так, что-то на этот раз, кстати, танков не видно. Нам никто мешать, наверное, не будет. Но это не точно. Да блин, да как так-то? Берем. И не кидаем, да? Да. Нормально померли. Короче говоря, знаете, видосы есть на ютубе, где черно по белому, ну как условно говоря, говорят о том, что вы играете за босса в игре. И прототип был в топе этих игр. Так вот, нифига. Вы играете за немощную тварь, если играете хотя бы на среднем уровне сложности. Все остальное фигня. Причем до него почему-то не долетает. И наши, кстати, удары ему не наносят урона даже. А зачем ты на танк? Блин. Я хотел впитать чувака, в итоге впитал танк. Ну хотя бы чуть-чуть жизни прибавили. И то радует. Сейчас еще помрет, блин.
Давай быстрее вылезай. Сейчас реально сделаем просто так, что его убьют и все. Да блин, нафиг. Все, он помер. Да? Нет. Давай, впитывай. В смысле? Это что было сейчас? Он оттолкнул меня. У него жизни почти не осталось, и он оттолкнул меня. Вот вам прикол. Так, быстро уходим. Впитываем всех подряд. Так, пришли сюда. Людишки, вы мне нужны по одному. Кто тут остался еще? Все? Все, почти фул. Ну что, дед будет давать жару? Скорее всего, да. Ой, уходим, уходим. Ой, нет, нет, не то, не то. Уходим. Мне нужно хлыст. Мне нужно вертолет. Фу. Так, прыжок с помощью Space, а затем, находясь на вертолете, у... Так, удар. Блин. Твою мать, вертолет снес. Что-то я не то, видимо, нажал. Нормально так, на одного человечка. Меньше стало. Да, пожалуйста, вызывай, вызывай, живи только. И вызывай вертолеты. Давай, 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 вертолет, нужны вертолеты. Так, ну что, будет вертолет, нет? Так, прямо на здании вылезли эти шипы, отлично. А мы пока впитываем. Так, и вот вертолет. Так, а это... Блин, твою мать, не то. Вертолет, ты нам мне нужен, давай, лети сюда. Блин, все мимо, мимо вертолета. Какая цель выполнена? Там что, вместо меня всех убили, что ли? О, это надо, это надо. Так. Выманить. Так. Чего-то я не понимаю. Раньше все было идеально, сейчас что-то херня какая-то. Вооружение. Вертолеты есть? Нет. Техника. Потому что это техника. А, угон по вертолету не сказано, когда. Так, навыки. Хлыст. Чтобы выбрать навык. Так, это не то. Меня прям это задевает за живое. Ты куда летишь, скажи мне, блин.
Ой, что происходит, а? Вообще ничего не понимаю, что происходит. Вот скажите, это что за нафиг, когда ты даже не можешь никого ударить? Ты стоишь на месте и ждешь. Так, ты будешь это валить отсюда, нет? Я уж сам сейчас сдохну. Есть. Нет, все, сдохли. Так, блин, что ты какой-то вообще ад начался? Ну давай. Ой, я, наверное, вкачаю эти руки молоты, просто чтобы у нас была возможность уничтожать эти танки побыстрее, потому что это жесть какая-то. Да я понял, понял, иди ты нафиг. Да блин. Да... да прыгни ты уже отсюда, чтоб тебя! Уходи отсюда! Да... не хочется прям ругаться матом. Впитывай быстрее. Кого бьет? Блин, я же сказал, возьми цель, впитай. Что непонятно? Идиот. Атакован. Да пофиг, блин, задолбали уже. Внимание лидера на нуле. Офигеть, да мне пофиг. Сколько можно, блин? Нормально впитал. Идеально просто. Да, долго я, наверное, буду его так тащить до этой дурацкой базы. Нет, нет, нет. Вот сейчас мне как раз... Блин, да твою мать! О, придурок. Так, все, он уже отошел от меня. Где там этот хер? Да чё ты не бьёшь ты его, блин! Вот, блин, жопа, а? Мира, лети вперед, блин, какого хрена ты все время назад-то отпрыгиваешь, блин, козел, прям вот я, у меня уже слов других нету, просто идиот, и бегает медленно, баран, блин. Ну возьми его, фокус, возьми, вот, все, красавчик, ударил его, побежали. Блин, капец. Я надеюсь, не с самого начала. С самого начала. Идеально. И вот цель он выбирает рандомно, блин. Я этого не понимаю. Почему он вот все время выбирает того, кого хочет, блядь? Да вот, блин, да какого фига-то? Вот, рядом стоит. Ты что, и что не впитал-то, блин? Да... это уже какой-то идиот, маразм, я не знаю, блин, впитывай быстрее, пожалуйста. Отстаньте от меня, я знаю, что он атакован, мне пофигу. Он до меня добегает, один раз ударил, у меня, блядь, пятая часть жизни уходит. Все. Я понял, понял, блин, подсказки дурацкие, можете как-то... не это... не повторяться по 10 раз. Я, блядь, перепрохожу миссию. Ты чё за... кстати, на меня не обращаешь внимания, а? Козёл. Беги за мной. Вот почему он не впитал? Вот почему? Ему так мало времени? Ну подбеги, схвати, блин. Пока эта дурацкая анимация пройдет. Все, он от меня отстал. Иди сюда.
Все, иди за мной. Ты бежишь там, нет? Лидер, гребаный. Ну. Вот попал, вот прям вот как специально целился. Беги за мной, баран. И он там где-то остановился. Чё ты тут орёшь? Ну иди ко мне, козёл. Бежишь, нет? Ой, бы база была быстро. Ой, она уже прям рядом. Быть того не может. А, все, отлично. Наконец-то прибежал. Класс, у меня жизни прям так много, а он просто бегает и бьет меня. Да, нормально. Идеальная схема. Давай с контрольной точки. Можно как-то, блин, динамичнее выходить, блин. Где он? Это не обязательно смотреть на него постоянно. Ой. Эта игра меня доконает. Она прикольная, но иногда вот такой маразм начинается, что это просто жесть. Все, угомонился? Нет? Сейчас по-любому призовет кого-нибудь. Нет? Странно. Фу! А впитывать-то не будем, нет? Блин, я для чего это делал? Для того, чтобы мне заставочку показали. Задание выполнено. И чё? Первый монстр отправится в морг. Ясно. Понятно. Все, надо докачивать срочно полную жизнь, потому что это уже идиотизм какой-то. Все, 18 найдено, так далее. Не хочу сейчас выполнять никакие дополнительные задания. Просто идем в морг и все.
Выбесило немножко. Содрали. Одно и то же, одно и то же. Никого не смущает, что баба все время прилетает сюда, к этой идиотской истеричка. Two brains and two spinal columns. Break both backs, and it enters a recovery state. During this time, it's vulnerable to consumption. А раньше нельзя было об этом сказать? This almost seems like an adaptation to your methods. Use the leader we've captured. Subdue and consume it. Then find and consume the one who took Dana. It should reveal her location. Я не пойму, а зачем тогда мы первого затаскивали в какую-то ловушку? Просто так убить? А, или типа он сейчас типа дохлый, лежал здесь, ждал нас, да? Так, новая способность видеть. А, видение зараженных дает вам способность видеть носителей вируса. Носитель вируса заражает пешеходов и военные, которые не знают об этом. Их поглощение приближает вас к обнаружению места, где находится Дана. Ага, спасибо большое. Да вы только что об этом сказали. Лидер охотник, который Дану похитил. Угу. А почему именно на военных базах? Типа обычные граждане не могут заразиться, да, от этого? Непонятно кто, кого. От главаря. А что, здесь не распространяется, типа, на носителей вируса? Почему здесь не видно? Или он показывает... Фиг знает, что это за способность получается. Показывает исключительно... Все, поглотили всех? Нет, не всех. Все, теперь вроде всех. И то последнего, возможно, не поглотили. Все? Так, что-то нам кого-то еще хотят сказать, что мы поглотили. Так, спокойно, спокойно. Вообще не дают никого поглотить. А, нам нужно типа... Алекс мертв? Серьезно? Я что-то не заметил. Ну и ладно, фиг с вами. Ой, прилетел-то, а?
Давайте, идите сюда. Питаем вас. Правда, вот жалко, маскировку потеряли. Ну ладно. Не суть. Военные как раз. Все, погнали. И они стоят все вдоль дороги. Офигеть. Давай быстрее впитывай, блин, чё встал? Так, а нам внутрь не надо? Нет, не надо. Видимо, не надо. Блин, у вас танк есть? Все, уходим наверх, нафиг. Есть. И еще вертолетик. Отлично. Еще вертолетик. Ну давай, давай. На. Все? Или еще живые есть? Да блин, что ты вокруг нее пляж, ёп. Блин, я тебе нажал достать хлыст, ты, ой, блин, придурок, а? Просто вот действует так, как хочет. Все, можно дальше бежать. Так. Видение зараженных. Видеть зараженных полностью открыто. Видение зараженных позволяет вам видеть мир глазами зараженного, что позволяет проще определять военных и зараженных в огромной толпе. А мы типа являемся зараженными, да? Ну ладно. Так, и что нам сейчас нужно сделать? Да, все зараженные. Здание какое-то интересное. Зараженная вода. Нам, видимо, наверх. Так, и чем дальше его атаковать? Изволите. Я как еще назло снял эти... Снял указатель, блин. Ну прыгай, ну что ты какой? Я прям не знаю, вообще не прыгает. У тебя цель была выделена, какого фига ты не прыгаешь на нее? И почему ты ее бьешь исключительно ногами? Руки вот для чего даны? Фиг знает. Прыгай, прыгай, ну ё-моё.
Да, я тут как-то недели две назад смотрел видос по этой игре и думаю, почему чувак так нервничает, когда играет в это. Вроде управление отзывчивое, а оно нифига не отзывчивое. Когда хочет, то и делает. Все, что ему надо. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Все, уходим наверх. Хотя не знаю, толку мне уходить наверх. Он опять его будет бить ногами. Ну, что-то как-то он, конечно, его месит, но, блин, мне вот то, что он месит, что не месит. Ой, ну, наконец-то. Поглощай скорее. Ой, беда. Мне кажется, Мерсер вот именно из-за этого и сходит с ума, из-за того, что монстров жрет. И я вместе с ним. Так, ладно, давайте тогда искать эту цель. Нам нужно что-то более тяжелое, чтобы пробить это здание. Так. И... давайте потихонечку приступаем к заданию. Вот, они охраняют эту байду. Едет так неспешно, по чуть-чуть, быстро не надо, торопиться не надо. Куда торопиться? Ты что, мир как будто... мир подождет. Ну, естественно. А кто орёт-то? Там уже в кабине, наверное, все сдохли давно-давно. Так. Наша задача. Чё? Танк. Так, мне нужен вертолет. Где вертолет, а? Блин. Давай скорее, там танк уже разрушается потихоньку. Извините, граждане, но мне нужно защитить грёбаный танк. Вот и все. Чуть-чуть отлетели, чуть-чуть вернулись.
Есть. Нормально так разрушил здание. Угу. 20 тысяч опыт просто так. Давай, давай, давай. Естественно, good work. Давай, давай, дальше, дальше, дальше. Продвигайся, продвигайся. Так, все хорошо. Опа, 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 опа. Потихоньку, потихоньку все расстреляли. Играем за военных лучше, чем военные. По-моему, идеальная схема. Так, сопровождаем. Никто к нам не приближается. Хотя вот там кто-то уже есть на горизонте. Есть. Ой. Ой, он где-то в здании там внутри. Что делаешь-то, блин? Охренеть! Ты чё наделал, дебил? Я как теперь воевать-то буду? Да ты лети, блин, козел! Твою мать! Где этот гребаный, блин, вертолет? Куда летит, баран? Да ё-моё, ты издеваешься, что ли? Давай быстрее, там танк сейчас вообще разлетит на куски. Быстрее, твою мать. Не то нажал, все. Давай, давай, давай. У нас как раз половина жизни есть. Запас хоть какой-то. Я надеюсь, это последнее здание, которое было, да? Давай, давай, быстрее, оперативнее, оперативнее, чувак. Ну и все, отдохни, приляг. А то начинаю тут что-то делать. Давай. Там кто-то. Какая-то личность, которую можно было впитать. Но извините, задание превыше всего. Ну и чё тормозим-то? Давай, быстрей. Такой долгий, а? Вот почему нельзя было просто впитать там те, кто там сидит, и все. Нет, придумали трихомудию. Ой. А, мы дальше поехали, да?
Блин, дурацкое здание, твою мать. Зачем такое высокое здание посреди мелких? Блин, танк, живи, живи, танк. Все? Нет, там еще кто-то остался. Все? Нормально? Жить можно? Еще кто-то появился, блин. Давай, давай, все. Уничтожен, уничтожен. Так, второй. Да почему ты выше него стреляешь? И еще один вылез. Какой он живучий-то, а? Миссия провальна. Да ё-моё, прямо отсюда! Good work. Давай быстрее, good work. Что у нас тут, все нормально? Что-то коцает танк, и мне не показывают по карте, что и что-то есть. Блин, вот какого хрена, а? Теперь попробую победить там. Когда орд будет 100-500 тысяч. Почему на мини-карте не показывают, блин? То показывают, то не показывают. Смотришь по жизни, падают. Сам догадываюсь, что с ним происходит. Где тварь-то дрожащие? Сейчас, наверное, сзади прибежит или спереди. Все время рандомно прибегает. Видимо, все. Наше основное поле битвы на земле. Отлично. Так, давайте вылезать потихоньку, по одному. Прям не спеша. Вот так вот. Кто у нас там? Прям на вышке какой-то. Все, добили его. Молодцы, ребят. Так, ну чё, всё?
Наконец-то танк может бить, да? Давай, бей. Или нет? Подъехал, прицелился, блин, какой же ты долгий, а? Прям мрак. Фу, наконец-то. Сопроводить танк к третьему. А чё ты ко мне на линию огня подлетел? Ты чё, дурак что ли? Давай скорее. Ну давайте, теряйте меня из виду-то уже. Не хотят терять, фиг с вами. Нормально, так. Вокруг тут вертолеты летают. От танка почти ничего не осталось, от меня тоже. Стой, 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 стой. Ох ты, блин! Так лучше. Мечтал об этом, да? Наверное. Нормально. То есть от танка почти ничего не осталось. Да, блин, дурацкий вертолет тут улетает, 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 улетает. Где он? Блин, только что надо мной был, точнее рядом. Да? Ты можешь остановиться, блин, дурацкий вертолет. Ты нифига управлять не умеешь. Так, сейчас танк раздолбают. Если я не впишусь. А я не впишусь. Ну, естественно. Или все, я теперь могу садиться в него. Я могу садиться в него. Блин, какая долгая миссия-то. Ну давай, давай, погнали, погнали. Гребаный вертолет. Все. Цель уничтожена. Да, 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 да. Я знаю. Нам туда. Валим, валим, валим. Вот нам прям вот прям вот сюда, вот прям вот к официальному подходу. Да, да, да. Спасти Дану, да, я понял.
Едем, горим. Нормально рванул. Забавно, что именно этих ракет здесь больше, чем самых топовых. Блин, что я сказал? Короче, самых крутых ракет бесконечное количество. Непонятно почему. Это что за ракеты такие? Ты тоже сдохни. Давай, давай, гоним, гоним, гоним. Все, понравилось, нет? Нет. Ну и ладно, фиг с ним. Типа, все уже разнесли? Ух ты, все. Это даже с такого расстояния можно было даже не подъезжать. Фу. Облегчение какое. Здрасте. Очень приятно. Так, ну хотя бы какой-то урон проходит. Это уже радует. Так, бежим дальше. Бежим дальше. Так, отлично. По чуть-чуть колупаем, так сказать. Куда он улетел? Видимо, не попал. Не, чувак, я с тобой драться напрямую не буду. Ты, наверное, наверняка бешеный какой-нибудь. Ой, да. Именно это я имел в виду. Сразу почти сдохли. Да как так-то? И впитать-то некого даже. Впитывай быстрее. Беда. Да, я-то должен, я все понимаю. Но чем я его должен уничтожать? Если нацелился на него, то все. Считай, пиши пропало.
Ух ты, ребята, вы вовремя. Потому что я не вывезу вот просто так. Угу, Алекс мертв. Нормально. И чё, с самого начала, типа, да? А, нет. Или да. Вот как мне с ними драться? Вот он впитывает вроде нормально. И только что он был открыт. Почему я его должен сламывать? Давай скорее. Давай, давай, подходи к нему. Давай быстрее, 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 быстрее. Тогда в танк. У меня другого выхода нет. Главное, не разбомбите его пока что. Давай, 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 мочи, 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 супер охотника этого дурацкого. Быстренько сели в танк. Где там он? Да блин, да почему ты по кругу гоняешь? Осталось всего чуть-чуть ракет. Давай, последняя ракета. Все. Звучит хорошо. Раз, и уже никого нет. Не добили. У, задание выполнено. 300 тысяч, улучшение 10 штук, открытие испытаний 2 штуки. Давайте чуть-чуть посмотрим по улучшениям. Нарезка, безумие, когти нам дали еще чуть-чуть, щит нам больше не дали. 900 тысяч, бросок молота. А, я пытаюсь вот эту штуку сделать, я все время подпрыгиваю, хочу ударить рукой молотом, а он не делает, все время с ноги бьет. Я думаю, что за фигня? Так, мышечная масса прикольно. Подвижением, походу, все прокачано полностью. Живучесть макс, здоровье, регенерация. Давайте вкачаем все сразу в здоровье. Ну нафиг. Критическая масса. Да. А критическую массу в следующий раз накатаем еще побольше. У нас 200... Ой-ой-ой-ой-ой. 1,5 миллиона. Используйте падение пули, чтобы превратить планирование в стремительное падение с последующим ударом и взрывной волной.
За 1,5 ляма, конечно, дороговато. Так, тут у нас что? 110. Воздушная дрожь земли, взрывная... Тра-та-та-та-та. Маскировка. Ускоренная. Увеличение поглощения... получает больше здоровья. Угу. Артиллерия, кстати, можно улучшить еще. Чем мы не пользуемся, кстати. Обман. Техника... Вертолет на максимум. Вооружение, кстати, тоже можно прокачивать. Правда, пулемет пока нельзя, но и не страшно вообще. Зато гранатомет можно. Ну, собственно, и вот сейчас, чтобы мы вкачали. Давайте без... безумие, ага, конечно. У меня слишком безумная идея. Так, движение. 120. Вот это. И пушечное ядро. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь. До встречи в следующей серии. Будем воевать с новыми базами, искать новые способности и так далее. Возможно, даже наведем на кого-нибудь, чтобы его расстреляли. Это я про способности. Все, всем большое спасибо. Всем пока.